Три Кукушкиных против двух Кузнецовых. Избирком определился с кандидатами на пост депутата областного парламента по 9-му округу. Напомним, Сергей Катасонов его оставил еще в декабре прошлого года в связи с переходом в Государственную Думу. Изначально на кресло Сергея Катасонова претендовало 16 человек, однако половина из них отсеялась. Двое отказались сами, 6 претендентов не прошли горнило регистрации в территориальной избирательной комиссии. Некоторые из них оспаривают отказ в судах. Тем временем 8 новоиспеченных политиков празднуют первую победу. Среди счастливчиков, на удивление, много однофамильцев. Кукушкин Виталий Алексеевич, он выдвинут политической партией КПРФ, коммунистическая партия. Это Кредина Марина Федоровна, самого движения. Это Кукушкин Михаил Николаевич, самого движения. Это Щепинов Максим Александрович, выдвинут политической партией ЛДПР. Это Кузнецов Сергей Александрович, самого движения. Это Кузнецов Александр Николаевич, выдвинут политической партией «Единая Россия». Это Кукушкин Юрий Васильевич, самого движения. Это Ускова Юлия Александровна, выдвинута общероссийской политической партии «Воля». Эта восьмерка уже с 10 августа начнет активную предвыборную борьбу в средствах массовой информации, которая продлится до 6 сентября включительно. После дня тишины выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.